Руслан, хочу с гордостью обратиться к вам. Ваша подопечная сегодня закрывает, фактически закрывает наш конкурсный эфир. А что она представит? Что это будет? Знаете, я думаю, что Азалия – это та артистка, которая задала новый тренд в нашем сезоне. Ведь что происходит? Смотрите, из Беларуси уезжают в Москву артисты, да, для того, чтобы стать популярной там. Она приехала из Москвы, будучи финалисткой известнейшего проекта телевизионного, в Беларусь к нам, да, и задает этот тренд, то есть сохраняя свой талант и приумножая его здесь. И это прекрасно. И, дорогие телезрители, дамы и господа, коллеги, перед нами сейчас выступит яркая, неповторимая Азалия! Азалия Гайнетдинова! Сейчас я как-то восполняю вот эту, эту утрату, стараюсь ходить на танцы. Это очень помогает при работе на сцене. Африканский барабан мне подарили мои родители, когда я впервые увидела море. Моя мама очень долго копила на эту поездку, она очень хотела подарить мне это путешествие. Каждый раз, когда я смотрю на этот барабан, он мне напоминает об их любви. У меня есть молитва. Ее мне написала арабской вязью моя прабабушка, которая, как только я родилась, подарила мне эту молитву. И я очень верю, что она оберегает меня. Выступали, я как-то смотрела на него, он смотрел на меня, и мне прям вот какая-то такая женская интуиция подсказывала, что я в итоге попаду к нему. Азалия, вы не хотите присесть? Мне есть некий такой потенциал, такой, знаешь, восточный, который правильно нужно показать, преподнести. Привет, Азалия. Здравствуйте. Молодец, молодец. Мне, кстати, это письмо очень нравится. Реально, она мне очень нравится. Вот, и она действительно тебе подходит. Это будет что-то для меня новое и очень-очень волнительное и страшное.
like a potion. I can be best, I can give you motion. Please don't question my devotion. I've been given birth on this head to skull and fur. I sit this up on these on this back. Murder, one more time on these in his back. Surgeon, if you really love me, make it love and love me water. So nice to walk in, but stop the talking right out the booty way. Slay, lift up your people, check us for the record of my land of Mexico. Always I'm young, baby. Молодец, зажгла. Благодаря Азалии, наверное, все белорусы поняли, что зимой у нас реально жарко. Правда жарко. Аплодисменты. Хорошо, и под эти аплодисменты мы познакомимся с мнениями наших наставников. Начнем с самого яркого, жаркого представителя судейской коллегии Сергея Васильевича Соседов. Да, я самый жаркий. У нас еще есть один чудесный экзотический цветок, субтропический, азалия. А мы познакомились еще в мае этого года. Да, при неожиданных таких обстоятельствах. И потом азалия оказалась на кастинге, на нашем конкурсе. Мне стало интересно, как вы познакомились. Но это будет отдельная история. Номер шоу, номер задорный, танцевальный. Он настоящий номер, поднимающий аудиторию, он заставляющий двигаться, танцевать. И такие номера тоже нечастые в конкурсах, потому что не каждый может петь и танцевать на сцене. И не каждый этот ритм может выдержать сумасшедшую тут ритмика в этой композиции. Еще такая серьезная. И темп очень быстрый. Азалия, молодец, неожиданный номер. Я думал, ты что-то споешь лирическое. Но ты дерзнула и показала вот такой вот номер. Бравурный, заводной, танцевальный. А нам танцев не хватает. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Серега, вам понравилось? Да, я не ожидал, что у Руслана Лихно такой темперамент. Серьезно? Мы да. Тоже не ожидали. Еще раз удивил, Руслан. Мне кажется, что Азалия растопит немало сердец. Спасибо. Спасибо. Наша уж точно сегодня растопила. Ольга. Ой, вообще очень крутая у нас сегодня программа получилась. Мы начали очень ярко, с яркого танцевального, красивого, динамичного номера «Марго» и закончили не менее феерично и ярко, потрясающим номером от нашей прекрасной Азалии. Я, как человек, который люблю шоу-программы, и мои номера, они все с безумными хореографическими постановками, с трюками. Я просто знаю, насколько это сложно, сколько это репетиций, как сложно еще петь в этот момент, что там дышать, ходить тяжело. Поэтому я с открытым ртом на вас смотрела. И простите, что не подтанцовывала, только потому что я наслаждалась вами, потрясающим синхроном. Просто это все очень важно. Это очень необходимо для того, чтобы устраивать такие как раз потрясающие шоу номера. Это красивый, достойнейший номер. На Супербол подойдет. Прекрасно. Спасибо. Супербол, правильно. Спасибо огромное.
Прежде чем Марьяна представит Руслана, я вот смотрю на столе. Мяч, да, футбольный мяч превратился в шоколадное яйцо с сюрпризом у Руслана. Это сюрприз как раз-таки на сцене стоит сейчас. Азалия, ну, Руслан. Ну, мяч на моей стороне, делаю, что хочу. Однозначно. Дорогие коллеги, спасибо вам за ваше мнение. Я хоть размялся, понимаете, а то засиделся здесь. Вот, я считаю, что это яркое завершение нашего первого прямого эфира второго сезона шоу лучшего в стране «Фактор Бай». Молодец! Тебе это очень идет. Да. Ты в нем живешь, в этом стиле. Тебе все это подходит. Понимаешь, настолько органично, пластично. Я не мог, понимаешь, удержаться и не встал. Спасибо тебе за этот подаренный праздник. Я думаю, не только мне, но и нашим телезрителям, которые, я уверен, я прошу вас проголосовать за Азалию. Лови мяч, держи, солнце. Не волнуйся. Вы посмотрите, что с Русланом происходит. Он просто, ты весь заряжен. Все хорошо. Ты счастлив, что у тебя такая команда, да? Я очень счастлив, конечно. Мне кажется, эта энергетика спасибо затронула большое всех. Вот даже да, всех Марьяна мы готова танцевали там за кулисами все. Если, телезрители, вы тоже танцевали при выступлении Азалии, проголосуйте же за нее очень скоро. Номер простой. 88-10-10-106. Дальше все, что нужно, позвонив по этому номеру, набрать номер Азалии 12. Он очень простой. Либо же пришлите цифру 12 в виде смс-сообщения на 2885. Это реально номер Азалии? Звоните. Я уверен, что проголосовав за нее, как минимум ближе к Азалии можно чуточку стать, правда? Дорогие телезрители, голосуйте обязательно. Напоминаю, Азалия Гайнетдинова, номер 12. Спасибо большое. Мы отпускаем тебя. Молодец.